Лето 37 года. Фотограф забрался на высокую точку – вышку пожарной части, которая находилась в районе современной улицы Первомайской и Беломорского проспекта. В объектив попал один из первых проспектов поселка – Архангельский. Он тянулся от берега реки до начала Беломорского проспекта. Это была основная дорога со строительной площадки завода в жилые районы 3 и 4 участков. Параллельно тротуару тянется сланевая дорога. Скорость редких грузовых машин ограничена 10 км в час. Дорога проложена по болотистому участку.